Привет, YouTube. Привет, Instagram. Новичкам везет. Слышали такую пословицу? Правда, есть другой вариант той же самой пословицы. Дурачкам везет. Какой вариант будет истинным по отношению ко мне, ну, покажет только времени. Смысл в том, что я тут недавно подал заявку на участие в аукционе на аренду земли в Северском районе. И сегодня этот самый аукцион состоялся. Пришел на него только я один, поэтому вроде как я получаюсь победителем этого аукциона. Если вкратце, не доезжая Северской со стороны Краснодара, небольшой участок, там почти 3 гектара, асфальт, электричество недалеко. Ну, такой интересный участок. Стоимость стартовая была 6400, но по сути, поскольку аукцион не состоялся, точнее, не состоявшийся с единственным участником, то именно эта цена и останется, 6400, должна остаться. Вот. Через пару дней я поеду в Курчанскую, там у нас 11 класс, нужно будет его доснять. Вот. И на обратном пути мы сделаем небольшой крюк, заедем на этот участок, и я там подробно уже покажу, что это за участок, где он находится, какие у него особенности, с чем его едят и вообще стоило ли за него браться или не стоило. Вот. Ну а там посмотрим, дурачок или новичок, и кому в итоге повезло или наоборот не повезло. Ладно, ребята, давайте. Всем пока, до встречи.